Во второй день выборов на 208-м избирательном участке так же многолюдно, как и в первый. Люди продолжают приходить, чтобы реализовать свое гражданское право голоса. Мадина Аушева пришла пораньше. Она уверена, что ее голос важен в формировании истории России на ближайшие 6 лет. Сегодня я пришла сделать свой гражданский выбор. Вчера у меня не получилось по некоторым своим личным обстоятельствам. Ожидаю от этого выбора моего лучшей жизни. Главное, чтобы не было войны у нас, мирного неба. Проголосовать за стабильное будущее своей страны пришла и Марина Катиева. Ее брат Адам Катиев также участник СВО. Он считается без вести пропавшим с сентября 2022 года. Я ожидаю от выборов то, что все у нас образуется, все в России станет на свои места. Наконец-то закончится этот конфликт, спецоперация. Я надеюсь, что вернется мой брат. Не только мой брат, но и все остальные, которых ждут дома, которым надеемся мы, что они вернутся. С этой надеждой мы живем. Любой, достигший совершеннолетия, может и должен прийти и оставить свой голос. От всеобщего мнения зависит будущее страны. За первый день выборов на 208-м избирательном участке Карабулака проголосовали уже 40% избирателей. Это более 1000 человек. Остались еще 1648 голосов. Мы получили большую явку вчера. Ну, такой же состав мы рассчитываем и сегодня получить. Люди идут с удовольствием. Идет и старый, и млад, как говорится, кто имеет право на избирательный голос. Люди понимают важность данного вопроса на сегодняшний день. Насколько это важно. Непростое, сложное для России время. Для тех, кто не может прийти на избирательный участок сам, организованы выездные группы с бюллетенями. Так здесь планируют посетить на дому 2 пожилых жителей города. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Муслим Арчаков, Магаз-24.